белый, желтый, об Латвии. Для того, чтобы вот, продолжать борьбу за медали, латышам нужно вот в таких заездах, да, стараться взять по максимуму. В таких заездах я имею в виду, ну, условно, там со Швецией, да, сейчас, потому что там один только юниор стартует. С французами тоже нужно стараться как можно больше баллов брать. Потому что дальше впереди только прямые конкуренты за медали, понимаете, да? Там и должно все решаться, в общем-то, но оно решится, если здесь не потерять баллы, если здесь отбороться как следует. Ну давайте, давайте поболеем за соседей, за наших. У Держа, кстати, есть уже предупреждение, в случае неровного старта его исключат из перезаезда, можно попробовать. Попробовать, может, его тоже шукнуть немножко, но не получится. Хотя нет, он с третьей дорогой стартует. Да, не получится. Итак, смотрим. Франция против Латвии. Латвия в белом и желтом со старта. Здорово, Белегов стартует. Лебедев здесь попытается побороться. Михайлов против Берже. Берже пока что быстрее. А Анджей Лебедев проходит. Проходит французов, что одного, что второго. Ну, теперь, Олег, теперь твой выход. Пора включаться. И Михайлов включается. Посмотрите, он сейчас уже проходит Дмитрия Берже. Нужно сейчас постараться перекрыть его траекторию. Нет, Олег остается внутри. И, ну, не знаю, что у нас сейчас будет по окончании двух кругов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Белего проходит Анджея Лебедева. Анджей, есть полтора круга еще на то, чтобы вернуть себе первую строчку и победить со счетом 6-3. Олег Михайлов третий пока. Это здорово, это хорошо. Но здесь очень-очень близко Берже к паре латышей. А Белев, конечно, оторвался очень сильно. Но сейчас бы доехать вот так вот. Это тоже победа. Атакует, посмотрите, по внутри. Неужели? Ну как так, Олег? Ну чуть-чуть совсем. Ну это опыт. Действительно, здесь вот немножко все-таки не хватило опыта. Спокойно доехать здесь. Один и раз, что...